Экономический рост и создание рабочих мест. Президент России расставил приоритеты председательства страны в двадцатке. Сегодня Россия на год возглавила неформальное объединение крупнейших экономик мира. В своем обращении по поводу председательства России Владимир Путин обозначил две принципиально новые темы. Основой экономического роста и создания рабочих мест должно стать финансирование инвестиций. Еще одна идея касается модернизации национальных систем госзаимствований и управления суверенным долгом. Инвестиционным источником могли бы стать ресурсы пенсионных и страховых фондов. По мысли российских властей, их можно трансформировать, например, в инфраструктурные проекты. Что касается госдолга, Москва предложит двадцатке усовершенствовать рекомендации Всемирного банка и МВФ десятилетней давности. На проведение саммита двадцатки в Петербурге Минфин зарезервировал 5 миллиардов рублей. Правда, речь пока идет только о встречах министров финансов и доверенных лиц, лидеров стран двадцатки. Сколько потратят на ключевое событие, сентябрьскую встречу лидеров стран-участниц не сообщают. Жить гости будут в Стрельне, а чтобы не создавать транспортного коллапса, возить гостей будут по воде.